Кстати, нахуй. Прикинь, какой дурак, нахуй. Я понял, нахуй. ГЦ, всем спасибо, блядь. Но может быть в этом кроется наша тайна? Ты ничего не записывай, мы все убьем с вертрая, А, все. ну да, ну да. Угу. Ты меньше лагаешь. Минутку И все хожу, пока там зашибись. придут люди. Блин, да. Да понял, блядь. Урни. Пришел такой, блядь. Пришли такие, блядь, убили синдру нахуй с первого утра. Я зашел, все, нахуй, хилы начали отваливаться, Да потому блядь. что ты просто понимаешь, бигдам что тащит проклятый. надо вниз к Я нас, потому ты что понимаешь. сказал сейчас, ну, это трай, говорю, без ГП, там, блядь, упали 3 БР, потратили, нахуй. Говорю, следующий трай, говорю, пизда вам, нахуй. Все, сразу никто не падает, блядь, убиваем, ебать, заебись. Сука, и записи нету. Я ебал такую хуйню, нахуй. Ну почему так, нахуй? Подставу подстав, ебать. Пизда просто, блядь. Потерь, потерь, ебать. Можно было показывать, пацан. Не, ну так-то у нас вон два убийства нормальных в первом. Просто синдром всегда надо с первого пула убивать. Да, она туда не багается. Там похуй, блядь. Не, да, извините, это я. Давай, освобожден. Заходишь? Да, да, да. Ну, хорошая все. новость принесла птичка. О, хорошая новость. Да, а чё ты бонус в шее меня активировал 8 силы? Лох получается. А куда делась 100 силы атаки? Не помню, это шеем бигдема с алкокамнями. Не знаю, что там куда делось, но мне кажется, Мэтфокс и Зандалар. Там хотя бы бонус был. Он тебе что-то давал. Или... Эридары. Ну да, как раз внутренние 10%. Это куда меня перекинул? Ты куда-то меня перекинул, что ли? Отдайте за доллара. У вас ассисты есть? Делайте, что хотите, мне вообще похуй. Так, окей. Верни, как было, блин. Вот так сделаем. Это. Еще раз напомню, блядь, чек на пул. О! Обратно, а, кстати говоря, блядь, у нас эрдру нету. Сейчас, секунду, я рыбу поем. Блять, Мэтфокс, ты как думаешь, ты хилил синдру нормально там? Ну, что ты, омоложение бундеро стыкал, да? Так. Вроде тыкал. Это тыкал, да. Может, травмы, гир. Может быть, похилишь эту, как она, за профа тоже? А Хелла мы в Велема кинем. Давай-ка похилишь, потому что там надо будет постакать на мне этот... Скажи мне нахуй эту залупу омоложения. Омоложение буйный рост. Да, да, да. Я забыл про это, что надо в кукле. Ну, по сути, можно без этого, но лучше не рисковать нахуй. ХМ-ке будет сложно без этого. Да. Первый слизень может выпануть. Хотя не выпанет, скорее всего. Давай, спекайся, ешь. Рыбу жри. Че это за бабуин бегает? Бабуин. Это, напоминаю всем, самый главный момент ваш. Милики в квадрате, РДД везде, если спадет, там повешите заново. И самый главный момент, переходка, когда вы тут вот стоите. Если зеленый на вас, сразу в зеленый. Не успели добежать, пизда, блядь. Он всех пошотает вас. Как бичей, блядь. Ну, проф несложный. Таунтить будет, значит, кто там у нас? Значит, хан, ты умеешь? Ох, через локом нормально. Хант в пизду, короче. Вадикон, первые 3 стака забираешь. Потом следующие 3 стака будут забирать Хурюк. А потом следующие 3 стака Хукмастер. Вот это, я думаю, хватит нас. Хант, учись там, нахуй. В ДБМ найди мутирующую чуму. Каждые 10 секунд она вешается. Все, чек выполнен. Если что... Я просто видос не нашел пока. Не надо никакой видос, сделать. Тебе надо посмотреть на свой ебучий экран, на полоску ДБМ и мутирующий Я чума. Понимаю, ты понимаешь, что, ну, стрела-то летит, все равно надо тайминг узнать. Так тебе не, тебе для начала надо увидеть полоску. Если ты увидишь полоску, ты уже тайминг, хуяминг, все у тебя в голове уже будет нормально. Тебе главное увидеть эту полоску, мутирующую чуму, ты, чтобы видел секунды. Если ты это видишь, дальше сориентируешься. Значит, все, сейчас я пью куклу, это, хотаем, пока не пуляем. Сейчас, это отойдите только от меня, блядь, тут это, на куклу. Давай, Мэтфокс, омоложение, бунный рост. Хурю уже второй, да? Чего? Хурю второй стаки забирает. Да, да. Мастер третий. Чё-то не стакается нихуя, а у него есть вообще кто? Таланты посмотрите, есть у него там, нет?
Ты что кидаешь? Ты омоложение мне кидай и буйный рост кидай. Вот эту хуйню другую не кидай. Пошло. О, аллилуйя. И еще раз омоложение. Прям еще раз кидай. Еще раз омоложение и еще раз буйный рост. Во, ебать. На счет три пуляем. Раз, два, три. Давайте собрались. Кто сдохнет в луже, тот пидор. Че, у меня голос нормальный или еще болезненный какой-то? Мне кажется, да, еще громче стал. Противного. Ты про вообще, да, противного. Еще нахуй, сейчас ГП дам, нахуй. И болезнь тут не пахнет. Хуярим сильно. И слизня сейчас быстро, и профа переводим. После этого слизня сразу. Так, отлетели, ждем в РДД зоне. Профа к столу вести можешь уже. Так, лужи выходим. РДД добьют, милики, уже бейте профа. Уже профа бьем. Так, хуярим. Это, идите к треугольнику ближе, Зеленым к треугольнику. Успеете добежать до туда? Давайте. Сейчас первый взрыв произойдет, дашь незыбку. Что это за залупа? Так. Кто тебя убил, рарник, нахуй? По зеленому, по красному больше, нахуй. Кто там красного бьет? Ладно, второй плевок дал. Пельмени летят уже. И сейчас следующие пустят через 3 секунды еще пельмени. Вот, не ловим. Сейчас еще пустит. Внимание, пельмени сейчас будут. РДД отошли подальше от босса. Вот и летят. Ушли. Сейчас колбы еще поставят. И колбу еще, да, готовьтесь, милики, нахуй. Вот, молодцы, все, играем. Лужа, вышли. Пошли отсюда. Вышли быстрее, милики, не сдохните, нахуй, этой лужи. Мене не словите, сука. Так, красного хуярим. Колбы 2 секунды. Лужа. Выходим. Так. Сейчас пельмени полетят. Пельмени отошли. 3 штуки летят, сука, быстрее. Условит, блядь, пизда вам. Так, нормально. Сейчас будут зеленые. Готовимся выхуярить. Верим зеленого. Так, лужа секунда. Сейчас откинет и лужа с профа полетит. Так вот, лужа полетела с профа, готовимся с лужи выходить. Откинулась сюда, нормально. И пельмени отходите. Пельмени, видите, летят? То не словите их. Так, нормально. Берегитесь. Так. Красного бьем. Лужа секунда. Колба 2 секунды. Лужи вышли. Дайте я на РП в Рафаэлю, пожалуйста. Это... Ставь тотем, бидон, мордаунт на ману читай. Быстрее ману на фул ресайте себе. Эндра раздали все, Катрисия и Вадикон раскидайте. По самым просевшим хилам. Берегитесь. Пельмени отошли. Зеленый готовимся. Давай, хуярим зеленого. По профу стоп. Хотя не, хуярьте профа сильно, тоже переводить будем. Профа бейте, после зеленого переводим. Вот это, сейчас выберет цель еще раз. Ладно, стопнем по профу. Стопаем, не бьем, давай еще красно подождем. Не бейте, покурите. Свалка есть? Сейчас пельмени уйдут. Не бейте, сука, там 2%. Захилить фулбаф профа, этого, хэла. Еще сейчас красного убьем, и потом уже будем переводить. Только имейте в виду,
Там надо будет вам успеть в треугольник забежать. Красного весь рейд сыграли. Зергаем. Красного зергаем. Лужи выходим, лужи выходим. Лужи пей. Да, я допью, там она не здесь палится, кукла. И по профу начинаем доты накидывать. Блять, Белфас, Притон, нахуй, вы слепые. Ближе к треугольнику встаем, переводим профа 1%. 7 секунд до коста. Все, перевели. Треугольник с зеленым дебафом, треугольник быстро. Что-то вот это маленькое не допивается, нахуй. Сейчас, может, когда двигаться начнет. Пока не диспельте куклу. Незыбка пошла, рейд на фулл захилите. Так. Второй плевок дал, короче, в этого пида. Еще в пруф отдал, нахуй. Красного быстрее добиваем. Сейчас он пельмени уже кинет. Блять, ну эта лужа осталась, нахуй. Ладно, все. До красного быстрее. Так, поехали. Геру, фулл ДПС. Так, историю отдал Стиви. Пельмени отошли. Так, Вадикон, готовься. Сколько там стаков уже? Так, один забрал. Первый взял. На Вадиконе один. Давайте, РДДшники. Води РДДшника, это... Кто там? Кис... блядь. Ладно, похуй. Не сдохните только в луже. Да куда вы так далеко? Так, два взял. По-моему, повели. Все, спокойно, бейте нахуй. На Вадиконе три. Все, этот самый... следующий этот самый... Кто там? Ну какого, какого хуя ты стоишь, нахуй, дрочишь? Так, кто забрал один, да? Давай еще. Так. Так, второй забрал. Двигаемся по краю. Возле лужи ближе. Что, от профа 30 метров. Близко к профу не подходите, от пельменей не успеете. Пельмени. И потом вернемся. Топ-3 у меня. И следующий хукмастер. Пока дамаж. Только смотри, в лужах там не сдохни, и в колбах. Хрюк. Вилаша, захиливаем. Сукмастер следующий. Так, один есть. Хуярим, хуярим. Так. Второй есть. В лужи выходим, выходим, выходим. Проводи дальше, проводи дальше. Проводи. Не, да не на ход движения. Сюда, к Войду подойдите. Дауны, РДД, сюда, назад, блядь. Вы закроете. Ну, проводи профа дальше сюда. Алло, нахуй. Сюда, ко мне подойдите. Три забрал, да? Вилаша, сколько на тебе? Ладно, все, давай я заберу. На Вилаша два. Все, захиливаем. Все нормально. Убили говно это. О, еще ну, не, ну о, тварь, о, а? Воин Шаман, вот да? Вот Воин Шаман. Вы никогда, никогда не идите на ход движения профа, потому что если лужу разольет, они там будут, ну, с этими лужами, блядь, из них не выйдут, по лужам пробегут и сдохнут. Бля, еще есть первая трасса. Это третий проф и, по-моему, третий сворд, нет? Угу, вроде это бы. Четвертый проф и третий сворд. Это осколок есть там, Вадикон? Нет. А, я же не вижу. Бля, я даже не посмотрел. Посмотри, потому что у меня квеста нету здесь. Нет, только на друиде квест есть. Проф Гандон. Да не было там, не было. Да, нету. Биг Дэм, нахуй. Ну, пора на ШП заходить, я думаю. Слава, ну чё? Чё? Зайду на пало. Ну, блядь, надо Биг Дэма ну, на ШП. Потанчить. Дайте, дайте, а есть? А сколько у меня валюта? А, блядь. Блять, я вот не знаю. Мне тогда что, на друида заходить или что, блять? А у тебя на Хэлла есть проходка, что ли? Я Хэлла все. Все. То, что все. Ну, все разы мы убивали лича всегда на шамане был. Так, Биг Дэм, пойдешь на шипы? Похуй, давай. Давай, похуй. Не, ну надо, надо просто подумать. Ну, РДДшников надо, ну, нормально. Тут, смотри, тут миликов дохуя. Два лишних милика. Один даже. Ну, так. И я говорю, шаманом пойду, похуй, давай. Вот. Просто это, не в парите. Принципе, это можно оформить. Просто если мне пойти этим, как он называется? Совой. Вот. Но я просто беспокоюсь уже за танкование, как и Вилаша затанчит. Как МТ. Ну, не паришься, давай так. А кого есть 3DS? Так, Фридринка сюда. Так, ну мы здесь на выживание. 6 хилов, мы... да? Мы... да, я думаю, да.
конечно. ДПС хватает, судя по синдре, по. Ну, хватает, диверсы ДПС хватает у меча. Просто надо, чтобы никто не сдыхал, нахуй. Не лежал, не чилил, блядь. Он у Войда попросит 3DS. Надо на креста зайти, там у него удеблит 130 тысяч. Так-то, так-то вот по сути вар заебись, но там у нас, смотри, у нас Хурюк, у нас Хукмастер, у нас Инвизибл, мощные, у нас Рарни с Хулитрильком. Там только ДКшники багами, они ходят, эти, блядь, Валькиры висят в воздухе. Да-да-да, это хуёво, это, ну, хоть бы сделали что-то, чтобы они как-то невосприимчиво становились, блядь. Они там крутят нахуй вообще на все ДПС, бабки. ДПС нахуй. С одной стороны, это чем хорошо, их можно залить. То есть, ну они их и убивают. Ну да. Контри себе тактику, блядь, ходи за рейдом. Так. Четко тактика. Ну так я сказал, ходи за рейдом. Ну давай на ШП зайду вообще. Пойду сейчас как раз эти ДС скину. Так, ну тогда кто у нас там в хила будет? Хэллоу хила. А, Хэллоу хила. Так, надо тебя туда закинуть. А кого выкинуть-то, блядь? ДЦшника или кого? Или Мудфокса, блядь? Мудфокса выкинул. А вам, чтобы был тотем. Смотрите, с тотемами, значит. Ну давай, Хэлла с Мордаунтом первая переходка, а не люблю с Бидоном вторая переходка. Вот так, чтобы у вас было. Агло ровно все равно приора нет. Так. Так, ладно, пока кикну. Ой, я не знаю, Хлюдринг. Ну, сейчас, если ебаться, не будем на этой хуйне. Не, нихуя. Вторая самая сложная. Первая это залупа, это разогрев, блядь. Диспелить кто будет чему? Мордаунт, похуже. Уверен? Ну, о, я нету. Тогда, до этого же, когда я что-то пихал сюда, я диспелил. Просто пусть челики побегут и все. Да я тоже тупить не буду. Ладно. Так-то нихуя сложного. Пришел тебе там свон? Да, сейчас до почты. Там. Сейчас убьем, пообсуждаем, что дальше делать. Готовит экзс. Так, да, класску на СПД. Благодарю. Тактику надо учить. Не надо. Так, ставлю рыбу. Так, а сколько там попыток нахуй показывает? 33. Мы не вайпанулись ни разу. 54. Да похуй сколько попыток, блядь. С первого раза убиваем и все нахуй. Согласен. Так, вот так, я думаю, надо сделать. В принципе, три лока есть. Отвалик уже можно выпрыгивать. Рарник есть. Но. Бен Стиллер, Эйя, вот уже 6 человек. Хвастер, блядь. Так, проинформируйте, кто Эридар, кроме Рарника, кто возвращается с Ивальки. Три лока, Рарник, кто еще? Ну, Пасса нету, он там выпрыгивал. Ну и все. Маги, кто с вас возвращаться научился? Белфаст может. Белфаст? Слышишь, Белфаст, да. Ты тут? Ты Эридар? Братан, Белфаст, подойди сюда на край. Вот смотри, видишь вот этот вот черный... Прыгай вниз. Черный... Нет, блядь, я сейчас звездочку на себя так поставлю. Так реально, пусть покажет. Он один показал. Спиды. Под... Братан, Белфас, я на тебя кружок поставил, подойди к звезде, сюда подойди. Не надо туда смотреть. Вот,
Видишь, вот эта вот щель на полу, нахуй, черная такая, да? Вот по ней осыпется пол, нахуй. Или по этой, я же не знаю, нахуй. Короче, осыпется пол. Ты по вот этой. Так вот, по вот этой большой, да? Да-да-да, по вот, вот этой ты, большой. Тебя Валька будет нести, твоя задача, вот она тебя несет, допустим, вот тут вот, да? Хуяк, несет, несет, несет. Вот тут вот останавливается. Тебе надо, когда ты в Вальке висишь, эту обилочку свою приготовить, на кнопочку, на удобную ее поставь там на один. И готовиться быстро, быстро. Нажать эту хуйню и на сюда, на край, и телепортироваться. Понял, да, смысл? Это тебе надо сделать ловко и умело, блядь. Вот. Смысл в чем? Ты когда будешь лича бить, вот он там будет в центре стоять. А ты вот как локовский портал. Только не в локовском портале. Ты вот, вот далеко будешь от лича стоять. То есть ты домаешь лича вот отсюда примерно. Вот 30 метров, сколько у тебя там, 30-40 метров есть рейндж, ты отсюда дамажишь. Ты стоишь ближе к краю для того, чтобы тебя Валька схватила и быстрее донесла до края, и ты быстрее с нее телепортировался и дальше продолжит бить. Понял, да, смысл? Бля, где там Биг Дэм? Вот это, это основная задача твоя будет. То, что у тебя Ридар, это заебись. Уже стартуем? Да. А что ты думал? Тактику там? Мутит там. Я ДС-то скинул, я хотел зайти до чайку мапу. Чек мапу. Дайте пристабам. Мэтфокс, Мэтфокс сам сей на разливаешь. Катриси с Вадиконом, смотрите за, ну, кто просаживается больше всего. Прям, ну, процентов 70-60 есть маны, уже сразу заливаете до первой переходки. То есть пока еще с ловушками бегать будем. Все готовы, запустил. Так, Вилаша знает, как танчить, чуму, диспелит, мордаунт. Так. Имейте в виду, нахуй. Объясню один раз. Вот я звезде, тут лицо лича. Вот тут лич. Вот тут вы, нахуй. Ни дальше, ни лево, ни право вы не стоите. Максимум, что вы вот два шага можете вот так стоять. Но вот тут, сука, никто не стоит, нахуй. Наперед движение. Вот здесь никто не стоит, нахуй. Потому что если вы ловушку будете наперед разливать, нам, людям, которые бичи вот здесь додумались встать, им бежать через вот эту всю хуйню. Они будут бежать, сломя голову, упертые бараны, блядь, и будут улетать на этой ловушке. А еще есть такая хуйня. Человек может вылететь, интернет может вылететь у человека. И лучше он один сдохнет, чем вы, блядь, от ловушки. Вот ловушка вот здесь в портале локовском. От ловушки вы должны находиться вот так далеко, нахуй. Это чтобы взрыв вас не задел. Взрыв 12 метров, нахуй. Имейте в виду это. Лучше дальше отбегите и подождите, убедитесь, что там точно никого не стоит. Ну, поехали. Вот да, нахуй ты сорвал там оба, блядь. Мифик, чё с агро, блядь, ловушку пробегаем. Имейте в виду, лич еще кастует, мильки тоже осторожно. Всякую хуйню там призывает. Сейчас ловушку с чумой одновременно внимательно смотрим. Пробегаем. Навилаша чума. Ловушка смотрим. Пробегаем. Он кастует. Смотрите, там не попадитесь на эту хуйню, блядь, милики. Осторожно. Ловушка с чумой одновременно, 3 секунды, готовимся. Это крик на хп, дайте что-то, блядь, пробегаем быстро. На притоне. Притон. Чума. Есть. Кто-то улетел. Кто улетел? Ну, это не я ее использовал, эту ловушку, блядь. Я потому что стоял достаточно далеко от нее. Да вы мудаки просто, блядь. Просто мудаки, нахуй. Да уёбки вы тупые, ну почему вы, блядь, прыгаете, нахуй, вниз, дауны? Почему вы ее взрываете? Ну два тела упало, блядь. Мардаун, ты тут, блядь? Да я убежал от нее вообще в другую сторону. Да, нахуй, чё еще расскажете, блядь? Топа не активировал, нахуй. Ты и топа сдохли, и ты не активировал, и он, нахуй, не активировал. А кто активировал? Я, нахуй.
Или какой-то пидор с чаржем или с прыжком кота активировал, чаржнулся в лича, нахуй. Никто не заметил, что он активировал. А вас двух дураков нахуй унесло. Я еще раз говорю, дальше пробегайте, сука. Человек может вылететь. И вы так будете, если по КД улетать и говорить мне, я там, блядь, не бежал, да и меня там не стояло, нахуй. Блять, вот как вы не поймете? Я говорю, одно тело упадет, его можно пройти лича этого, убить, блядь. Можно его резнуть, блядь. Зависнет человек, блядь. Вы так по КД, если будете, я вас прошу нормально, блядь. Поймите меня, блядь. Меня заебало на эту хуйню смотреть, блядь. Пробегайте дальше, блядь. Еще раз говорю, я вам показал куда, сколько рейндж, блядь. Пробегите дальше. Скрин стоять, скинуть, где я стоял вообще. Вот я в километре. Мне не надо скрин, блядь. Я не знаю, кто активировал, блядь. Ну какой-то пидор активировал, блядь. Слава. Фу, сука. Слава, мне срочно надо отойти минут 10-15. Полидринк. Кто там есть на замене? В рейде. Кирсори вроде был. Как раз латник на латника. Белфаста нет там. Так, ты протонулся? Сейчас прыгни. А, релунг. Блять, я вас прошу нормально, еще раз, блять. Рейндж, подбегите. Ну, проебите вы немножко ДПСика в лича, блять, сука. Всё, вот слава, это... я портанулся. Ага, так кикну пока. Проебите немножко ДПСика, сука. Задача не улететь на ловушке, блять. Ну, босс этот убивается с первого трая. Ну, не делайте вы эти ошибки ебаные, блять. Вы подводите всех просто. И вот эти отмазки, кто там каким-то чудесным образом... Какая-то залупа там не получилась, нахуй. Это мне не надо, нахуй. Это будете бабки рассказывать, нахуй, на лавочке у подъезда, блядь. На базу. Лет так через 30, может через 20. Где Мордаунт? Не знаю, кто активировал, нахуй. Что пить? Виски. Пей виски, ешь. Не попадайтесь виски. На эту хуйню, что я еще раз говорю. Лич стоит, кастует, вызывает. Или заражение, блядь, или вурдалаков вызывает. Вы подождите, сука, пока он пробежит к вам, блядь. Потому что на этой хуйне вы, скорее всего, и въебались, блядь. Какой-то милик, нахуй. Ой. Блять, почему вам самим неохота убить этого пидора с первого трая, блять? Я просто не могу понять вообще. Ну элементарно же, блять. Кинулся в флешку, нахуй. Прокнуло, блять, два прока сразу. Хуй так. Масло, фласки, нахуй, там припоты, блять, чтобы на лича всегда были. На квартальных, на лича там. Квартальные вроде как-то легко, но на лича обязательно, блять, на этого босса должно быть, сука, два припота. Добейте им кашечку. Все, кто умирают от ловушки, сейчас ГП будут. Имейте в виду, нахуй. Похую, кто там улетел, кто не улетел, нахуй. Выяснение после рейда, кто вылетел, кто нет, потом напишут. Пробегаем. Ловушка с чумой сейчас одновременно. Добегаем в лучты. Ловушка 2 секунды. Добегаем. Антика стоит. Смотрите, не въебитесь, там ловушка. Ловушка с чумой 2 секунды одновременно. Добегаем. Ч
кучу моих историй. Ловушка 3 секунды, готовимся. Убежали. Кастует, смотрите, не встаньте там. Шарк. Так, ловушка с чумой. 3 секунды, готовимся. Пробегаем. Не сильно. Без ПВО. Захилим, захилим заражение. Ловушка, секунда. Пробегаем. Быстрее пробегаем. Ловушка с чумой одновременно, 3 секунды. Готовимся. Пробегаем. Чума Керсория. А что с диспелом мордаунт, нахуй? И меня пролагало, я думаю. Задроты, блядь. Пизда, нахуй. Этот... Э, блядь. Пробегаем. Что это за хуйня? Это куча шаркарей. Прыгайте вниз. Смотрю полученное исцеление. Надеюсь, там нормальные вести будут. Так, и Вилаша. То, что Варахель 153, это понятно. Так. Чем там? Шок небес, свет небес. Значит, ты частицу на меня кинул. Кинь на него лучше частицу. Лич меня реже бьет. И Вилашу кто еще хилил? Почему не люблю щиты на втором месте? Давай. Он на хоме должен был быть. Давай сделаем так. Два шамана, нахуй. Вот. Кто щиты на войда кидает с вас? Ты имеешь в виду орехи? Орехи. Ну, наверное, бидон на тебя. Вот ты кидаешь щиты на Вилашу и волну подкастовывай в него. Тебе, ну, тут нехуй поднимать. Тут заражение вот две цепухи дали, подняли. Это. Смотри за ним, чтобы он не сдох. Потому что... Варахель, он хилит. И частицу дай на него, чтобы он не сдох. Я пожирнее танк. Лич еще кастует. Шаркари его почаще бьют. Он, у него дамага получено больше. Частицу на него дай на этой фазе. Варахель. И хиль уже тогда. Бидон через меня хилишь. Остальное там. Мэтфокс, фул ходки на Вилаша. Вардаунт, не люблю щиты. Смотрим за ним. В МВшку там кидаем, блядь. Исповедь в него, блядь. Меня не шотит. Вот. Блять, и Вилаша сдох. А как он сдох-то, нахуй? Шаркарь убил, да? Ну, там что-то как-то совсем резко началось. Я смотрю, 40% хп осталось, уже, ну, хочу кинуть. Это называется бирса. Молитва шаркаря под бирсой. О. Но я собирался давить молитву восстановления, но смотрю, нету уже Вилаша. Этот самый Вилаша, давай теперь тебя обучим. Значит, смотри. Делаешь с шаркарями правило двух мобов. Вот у тебя есть один шаркарь. Ты тут вообще? Вставай. Вилаша тут, нет? Вот смотри, один шаркарь у тебя есть. Ты берешь маленького. Ты много не берешь их. Берешь правило двух мобов. Вот, значит, когда у тебя... вызывается второй шаркарь, ты уже маленьких не берешь. У тебя чисто два шаркаря. И между ними кидается чума. Вот. Чуму, когда с рейда выносите, это выносите так, чтобы она, ну, в маленьких не диспелилась. Ну, если маленький диспелится, конечно, хуево. Потому что приоритет, чтобы задыхал шаркающие, а не маленькие. Вот. И когда уже... Но они у тебя сдохнут, и, ну, ты видишь, что у них прям один сдох, и второй сейчас сдохнет. То тогда уже начинали лихорадочно забирать, то есть там маленьких, если третий шаркарь еще не вышел. Вот, и смотри еще, МВП хант, нахуй, давай теперь тебя напрягем. Или макро спиши, слэш С, шаркающий ужас. Ну, там достаточно шар написать. Вот, этот, усмиряющий выстрел, нахуй. У них есть бирса. Есть бирса трехсекундная, которая, этот, берсерк, блять,
Или буйство, или как там нахуй. А есть берса, которая на 20% хп. Так вот, когда 20% хп у Ширкаря становится, и он эту берсу на себя вешает, он начинает по тебе по полтиннику хуярить. Три Ширкаря, конечно, имею в виду вот это на этот момент, и Вилаш, а ты отдаешь незыбку. Потому что тебя разъебет. Если незыбку дашь, ну я не знаю, или макрос напиши зубы Мордаунту, или что, ну что-то сделай, потому что... И еще раз, вот кого хилить просил, побольше хила вы Вилашу, блядь. И обратите внимание тоже, у Ширкарей мало хп будет, по нему будут ебашить. Это не протопал, у которого станы есть. Рарник, тебя еще напрягем. Если увидишь, что это... Мало хп у них там, подбежишь там, не знаю. Ну, после ловушки подбежишь там, гнев небес тыкнешь в них. Пока их там чума. Ребят, 13 минут бафа осталось на целый. Не работает, сказали. Да не работает. Не работает? А почему уж уже работает, Хермас? Работает. Сейчас. Плиз добав дайте. Кто там дышит нахуй, ебаный враг. Кто драконит? АСМР. Все готовы, запускаем. Баф только на неактуальном рейде работает. Давайте соберитесь, бля, нормально захилим. Блять, тут нехуй делать, говорю, всего хватает, блять. Сейчас с осквернением с вальками сыграем, нахуй. Третья фаза вообще залупа. Не ебланьте, блять. Не хочу на первой фазе зависать. Не уставший сегодня, пизда, просто завтра еще второй день работы. Может, что-нибудь еще сходим, сейчас если убьем за полчаса. Соберитесь. Кульдринг еще должен прийти. Соберитесь. Давайте, у меня одна прибота. Тряпки. Так тебе две надо. Ну, у меня одна на крит, другая на хаст. Ты как задрот припота разве еще плюс? Да я. Ловушка, секунда. Пробегаем. Чума с ловушкой вместе через 2 секунды. Готовимся, пробегаем. Чума история. Ловушка секунда. Пробегаем. Смотрите, не попадитесь там. Ухало, ошибка вылетела. Блять, прыгаем вниз тогда. Техническая ошибка. Ебалы эти ошибки, блять. Да вниз прыгайте, что вы делаете? Ну это же время, блять. Ну. Сука, почему так сложно вниз прыгнуть? Даже вайпнуться не можете нормально. Да. Заходим. Да кахули, блядь. Когда не надо вайпайтесь, когда надо не вайпайтесь, блядь. Ну, все не то, блядь. Не суманьте, пожалуйста. Не то пальто, блядь. Все максимально хуево. Делаете. Синдрапов нормально. Так, Валька, нахуй, внимание, блядь, стоим, блядь. Сейчас смотри, она... Полетит сюда, потом обратно, а потом еще раз обратно полетит, тварь. Видишь, как наебывает людей. Смотри, опа. Тут бы челики стояли, сейчас бы уже пробежали, уже бы спулили ее, блядь. Ошибка вылетела у Хэла. Ну, в минус хила. В минус хила, блядь. Хуйня была бы. Так, ставлю рыбу. Том? Ну,
Может, раз 10 убьем, я бы, ну, если бы я прям был 100% уверен в этих хилах, что мне прям хорошенько одеты были, может быть, и можно было бы в 5 оставшихся убить. Чё? Не знаю. Мы идем, что, в четверг, Бока ЗС? Или это ЗС? Там что открывается? Там только ЗС, там Ока не открывают. Ничего мы не идем, блядь, сейчас вот Лич у нас. Вот Лича убьем, потом пойдем, блядь, сразу пойдем, блядь. ЗС, нахуй, да похуй, даже если закрыто. Просто пойдем, блядь. Прилетим, к инсту засумонимся. Или и будем, будем салатом долбиться. Да. Или просто долбиться. Долби, долби. Кто там не заходит? Мардан, ты где, блядь? Ой, блядь. Мардан, он прием. Георгий, Саша, пайхолик. Ёбаный насос. Почему они на этом бафе сделали иконку ЦЛК? Где-где? Ходил, гулял. Информация. Ёбаный насос, Жора, где ты был? Где-где? Мусора принимали, я все слил. Ничего, блядь. Аркаманские прикольчики ваши. Деда, опять таблетку не выпил, нужную, блядь. Че там пишет Расифаси, блядь? Перерыло меня. Расифаси. А как, блядь? Мардан, заебал, ну хули ты не говоришь, что ты зашел в этот выезд? Гружусь, я гружусь. У меня еще пока все неизвестно. Катрисия, нахуй. Вот что ты делаешь? Смотри, он ебанулся, блядь. Что с ним происходит? Лава, я тут, если надо. Так. Давай, Кирсори, обратно, блядь, чилить. Это, плюсуй, где ты там? Кирсори, пришел, порейдил. Красавчик. С обрыва два раза прыгнул, да? Да. Ты с обрыва прыгнул? Чисто по кайфу. Ты вышел с инста, нет? Бля, Мордан, принимай с ума. Сказал, я обожаю экстрим. Бля, гружусь еще. Ну быстрее грузи, сейчас рыба исчезнет, блядь. Я не знаю, чем я вечно с интернетом. Нормально все бывает, она такая хуйня происходит. Диспейлить-то можешь нормально, нет? Могу, но пролагиваю потихонечку. Ну ебаный в рот, нахуй. Страхую его там, не люблю щиты, нахуй. То вдруг он не диспелит. Там даже кнопки нет на панельке. Рыба еще раз, жри. Так поставь, ебаный в рот, как это нету, нахуй? Че, ебанулись? Бай, такие вещи говорите, блядь. Так. Где Мордаун? Ты готов, нет? Да, да, все готов, я нормально, все погнали. Бафните там. Курюк, нахуй, давай покажи там, бля, силу, нахуй. Все готовы, запускаем. Чувак, у меня топовый ПГ. Если я позову сюда типов. Видите, окружать. У него шиза, да? Кому он пишет? Ну, не знаю, кто кому-то, с кем он на Толгороде, наверное, или где там. Он в подгороде, надо, надо смотреть, Триплёха, кто там еще. Наверное, Триплёхе говорит. Тут как еще, я не знаю, как понять. А что строили какой-то в чате, блядь. Все, и на Лича смотрим.
Так, пробегаем. Молодец, нахуй, всегда так стой. Надеюсь, туда кто-нибудь сейчас не попадется. Да, он и ебал. Дал, дал, ушел. Пизда, нахуй. Пикдем, во-первых, красавчик. Всегда так стой, нахуй, чтобы рейд вайпался, нахуй. Или что ты думаешь, это нормально? Это я что ли был? Что ты что ли? Ты стоял наперед, нахуй, рейд пробежал. Я говорю, они не успеют никогда, нахуй. Если у тебя все заебись, блядь, ты стоял там сразу, отбежал 10 метров, и тебе заебись, то людям надо 20 метров бежать, нахуй. Они стоят, блядь. Ты видел, где они стоят, нахуй, или тебе вообще похуй? Пизда, вот как до вас не доходит, нахуй? Почему вы подводите рейд раз за разом? Ладно, Биг Дэм это делает раз в год, блядь. Сука, с пула объяснял, ну не стойте вы наперед, нахуй. Ну почему вы такие дурачки-то, ебать. Ай, сука, нахуй. Запомним. Ну я что-то просто как-то даже... Да, не так вот я и говорю, вот когда будет похуй, конечно тебе похуй, потому что тебе ни на перса ничего не надо, тебе играть им неохота, блядь. Я отхожу. А то, что ты рейд вайпнул, тебе поебать, нахуй. Мы тут сидим, нахуй, не в однопользовательскую вообще-то игру играем, нахуй. Мы тут 25 человек сидим, нахуй, он еще 5 человек на замене, блядь. Вы что, живые, что ли? Да не, нахуй, вот Лича убили, бля, нихуя не выпало, нахуй. Пизда. Я думаю, вы только голоса в голове. Угу. Масло в голове, нахуй. Спритюра, блядь. Ну резайте уже, блядь. Пиздец, блядь. Опа, ты там с кем общаешься? Да он что-то пишет, я вот ничего не понял. А кто пишет-то, у меня вообще никого нету, блядь, там. Нахуй, с призраком каждый поговорил с каким-то, блядь. Рыбу поставил. А, там, наверное, треплёха, да, что-то исполняет? Нет, там этот... Как раз рейс фейс, блядь, кью. Лучше бы нахуй говорили там, блядь, а я вот слышал, что там рейндж ловушки 12 метров, а я слышал, что 15, нахуй. Хуй вроде 13. Всякого... Да, вот правильно, нахуй, вот в том же духе, блядь. А не вот эту всякую залупу, блядь. Ну, говорите... По теме. Где там маразм? Ну, сорян, что за это, блядь. Ну, вот видишь, сорян, нахуй. Раньше побежал, блядь. Запустил. Просто... Ну, они не отбегут, ты понимаешь? Ты просто хуй на них положил. Ты подумал, ну, просто, пускай блядь, убил, нахуй. Хотят, блядь. Убил. Просто убил, убил рейд, нахуй. Ты убил нас, получается. Убил. Ну, а да, давайте, блядь, заявление накатаем на него. Сколько у нас там? 33 попытки было, блядь. 4 вайпа уже, блядь. 3 попытки, нахуй, ГП давали, блядь. А мне, сука, 5 ГП дали, блядь. Понимаешь? Короче, блядь, я еще раз говорю. Особенный, что ли? Да, да я тебе могу сейчас и навара еще нахуярить. Ту же сотку, блядь. Чтоб веселее было, блядь. То есть до этого все не считалось. Так да? Там же не ловушки. Ты были. Посчитать хочешь, блядь? Я говорю, пожалуйста. Да, я не хочу, ну просто, вот все, YouTube откроем, да накинем всем, нахуй. Хуйня какая-то. Я говорю, ну, сейчас будем на этом заострять внимание, я накину тем предыдущим, блядь. Будем еще видео смотреть, нахуй, во время рейда. Или вы убиваете, нахуй, или будете сейчас в этом тонуть, нахуй, в этом говне, нахуй. Вы сами знаете, вы можете убить, вы можете сыграть. Я за вас за 24 не сыграю, нахуй. Сделайте красиво, нахуй. Чтобы не слушать мой пиздеж, нахуй. Мне самому это не нравится. Отбегаем.
пушка с чумой 3 секунды. Пробегаем. Вот это что? На Белфасте нахуй. Белфаст, сука, ты таджик нахуй или что, блядь? Встань, сука, за спину лича нахуй. Пидоры, блядь, не выставляйтесь вперед. Ловушка секунда нахуй. Эй, начальник. За спину вернулись нахуй, но отвел я на 20 метров от ловушки. Ловушка с чумой 3 секунды, блядь. Блядь, ляжку почесал. Пробегаем. Блядь, я в экран плюнул. Дурачок. Помог. Захилим заражение. Что-то заражение дохуя бьет. Ловушка секунду. Кастует нахуй милики, осторожно, блядь. Так. Сейчас будет ловушка с чумой. Чуму смотрите, сдиспельте. В столб там, через столб не диспелится чума, если что, внимание, блядь. Ловушка пробегаем. Чума нахуй руке, блядь. Да диспельте с него, нахуй. Блядь. Он за, смотри, за столб забежал. Они сдиспелили их? Да. Или ты панцирь, блядь, чем ты снял? Да, я панцирь. Ловушка секунда. Пробегаем. Давайте, блядь, это все одно и то же. Смотрите, личка стоит осторожно. Ловушка с чумой 5 секунд вместе. 5% до фазы, не обосритесь нахуй. Пробегаем. Чума. Диспал. Надо вредить. Ищи шаркаря, ищи маленького с чумой. Ищите все маленького с чумой. Ловушка секунда. Пробегаем. Шаркарь еще, еще готовься грипануть. Еще шаркаря забирай, лпшками, лпшками. Ловушка с чумой. Помоги диспалить. 2 секунды, готовимся. Забери, забери. Ну забери, они шотнут нас в рейд. Пробегаем. Ебать, вы видели? Я еле, сука, чуть не улетел нахуй. На пятки, да, наступало? Вообще охуеть. Я думал, меня одного лагает. Я пиздец, охуеть. Все, собрались. Сейчас это самое сложное закончилось. Так, диспелим Вилашу. На этой хуйне нет чумы, проверьте. Где-то есть, наверное. Мелких заберите, а? Да хуй на этих мелких, ауешек просто. Если чума будет, надо будет вынести ее, а не диспелить по-тупому. Так, нету, да? Нету чумы, хорошо. Все, ну это... Второго тоже заберу. До третьего заберу. Не люблю щиты и бидон ставьте. Тотем и гимн. Давайте, соберитесь, блядь. Ёбаный рот, нахуй. Ну что с агро? Ну стопни, блядь. Ваниш нажми. Все, Вилаша следующий. Все на пулы, у кого сейчас есть на Вилашу. Третьего духа. Блядь, вы бы как-то делились там, первый, третий дух. Вот сферу все сейчас сыграем. И еще одну сферу. Ну сферу, сука, убейте. Блядь, сука, как будто... Сферу все сыграйте, она долетит, улетите нахуй. Сферу, блядь, ну быстрее. Вот. Все, лича бьем. Заражение на фул захиливаем. Встаем за спину. Локи на краю. Белфас на краю. И кто там еще? Смотрим, кого хватает. Один лок. Одну вальку эту бьем быстро. И лича бьем сильно. Ромбик разбейте на холидринкнем. Вот эту вальку в центре бьем, там все, осквернение 3 секунды. Разошлись, с центра вышли. Вернулись в центр, к лечу вернулись. Значит, сейчас будет самые сложные вальки. Одновременно и осквернение, и вальки. Сначала увидеть, где осквернение, отбежать от него, потом бить валик. Смотрим, кого хватит. Схватает, схватит. Заебал. Сука. Вальки секунда, осквернение опять. Наебал, да? Вышли с центра. С центра вышли, милики вышли. Бьем валик. Эту милики бьем, ту РДД бейте. Одна улетела. А кто улетел, посмотрите. Кто улетел, плюс они в рейд быстрее. Ну бейте, дамажьте, ну шеем, станы, да. Бидон улетел. Бидон?
Сейчас это. Захел, захиль. Вставалку. Ты это. Ты в луже, наверное? Не, не вставай пока. Так, осквернение разливаем, потом пойдем к этой. В притирочку к этому осквернению. Сейчас с центра вышли. Вот осквернение. Теперь залечем, идем. Быстренько, залечем, залечем, идем. На портал будем лететь. Заражение захиливайте, рейд быстрее. Им нам. Заражение. Так. Катрисия Ресой Войда, Мэтфокс Ресой Хурюка. Мордаун сходили, Данию. Вадикон Рес... Заражение Мордаунка. Вадикон, Вадикон Ресой Эйю. Бидон, вставай быстрее. Фулла УЕ по валькам. Вы их заметите, может? Ну гим... Да в пизду, прыгайте вниз, нахуй. Ёбаный в рот, нахуй, бомжи ебучие, сука. Гимн я уже отдавал в прошлый раз, когда не прохилили заражение. Два человека сдох. Чё там по эффективному, нахуй? Не, ну вроде нормально, но бидон слег. Да, любимые щиты, блядь. Не знаю, нахуй, что вам сказать, нахуй. Варят, не замедляют, парни. Три появляются, просто нахуй на спидах летят, блядь. Просто сразу к обрыву. Каток МВП Хант разливаешь. Замедление... Разливаю пока, да. Раззамедление есть у этих... У кого, блядь? У пяти ДКшников оковы есть. Какого хуя? Оковы сложно нажать один раз. Замедление есть у магов, нахуй, конус холда. Замедление есть у шамана. Тотем, нахуй. Что там еще есть? Пытка замедляет, нахуй. Что еще там есть, блядь? Там да хуя, что замедляет? Пытка, блядь, пока прохнет, нахуй. Надо бить босса. Ну, а больше пытка нечем, нахуй. Больше нечем. Вот уроги я замедляет яд, нахуй. Ну вот. Ну это билд вот. Надо 5 минут бежать. Просто может нахуй веер клинков дать и все замедлили, так что... Нет, там процент, что они замедлятся. Ну, 2 веера клинков дать и все замедлили. Минус холод, и такая... И на чай умазать буду. Да я хуй знает. Я не шарю, я просто так. Там есть у ханта каток, есть, по-моему, динайя ловушка какая-то, что там, у магов есть там новые, всякая залупа, там конусы. Да дохуя чё есть. Ну, я варом обычно эти сухожилия подрезаю. Ты подрезаешь, а ДКшники чё не кидают такого? Я не знаю, может кидают. Я не смотрю за ДКшниками. Не надо бомжом станить, вон там есть этот... А чё где-то с краю, блядь, лич был, что они оттуда полетели? 20% берса не диспелится. Это иступление диспелится, которое 3 секунды у него. А берса 20%, она не диспелится. На дефолтное на нем висит. Этот, значит, вальки 3 штуки. Если хватают тех, кто не улетает, ну, кто не возвращается, то есть, что там, кружок, ромбик и треугольник. Вот, все кружки, значит, первый, третий рарник станет в волну, вторую, четвертую кружки история. Холидринг, ромбик, первую, третью волну, топа, вторую, четвертую волну. И получается, что... Получается, все волны, треугольники, станет Катрисия. Набиваешь комбо-поинт и калечение хуяришь. Понял, да? Жрите рыбу. Вот тебе и станы. Валик замедляем в первую очередь. Прежде чем бить, чем разбегаться. Я тебе сказал, какую этот треугольник станешь только. Все волны. А там вон... Два пала, две роги. Через раз. Никаких там вурдалаков, станов не должно быть, блядь. Вы диминишинг на вальку накидаете? Ну, там на каждую хватает вальку. То есть на каждое КД. То есть как они прилетают кидать стан. Да, там не такой уж большой КД. Это я знаю, но у паладина 6 секунд стан. У него лучший стан. Лучший стан? У меня также 6. Где хукмастер? Ебаный урод, блять. Хукмастер, ты где там? Фух, ебать. Как бидон, кстати, сдох, нахуй. Жри рыбу. Валька унесла. А, точно.
просто ее никто не бил. Я ее пошел один бил. А еще меня вы уронили, как нахуй? Что это бесполезно? Вы жнеца просто видите? Хэлла, ты, бидон, ты жнеца видишь? А, бидон улетел. Он улетел. Вы жнеца все в шестером должны видеть. Хэлла, ты видишь жнеца на мне? Жнец душ. Да, видел, не дотягивался, на противоположной стороне был. Вот мордаут, не люблю вот эту хуйню, смотрите, жнеца, блядь. Сука. Жнец на дуде и грец. Жнец, я... Когда ты упал, я читал гимн вообще, потому что видел, что рейд падает. Так. Давление охуярит. Да, блядь, ну ты это, лимона сожри, я хуй знает. Выпей воды, блядь. Подыши свежим воздухом, открой форточку. Понюхай, бебра. Кровь выпусти, есть такая хуйня. Да, дырку можно сделать, чтобы давление упало. Из вены. Пропускание тема. Да. Ладно, ничего смешного, человек, как давление. Ну, блядь. А все же дырку можно снять. Катрисе, заебался, это утро убиваем, если нормально, блядь, давление будет. Сейчас, блядь, тебе выпадет этот, нахуй, как он называется. Сука, клятой хранитель, блядь. Так. Так, пробегаем. Так, ловушка с чемоданом помигаем, некромантика. Так. Ловушка, секунда. Побегаем. Сейчас он пройдет еще. Ловушка с чумой 3 секунды. Готовимся. Отбегаем. Эй, Йоми. Блять, мудак, нахуй. Ты будешь диспорить, нет? Этот, Катрисе, резай его сразу. Только, это, пробегаем. А, да у вас, нахуй, КД все, я вижу. Ёбаный в рот, нахуй. Пиздец, блять. Диспельщики хуевы, нахуй. Ну, помо... ну, страхуй, Хэлла, я хуй знает. Диспель, нахуй. Пробегаем. Вот, пидор, смотри, стоит, кастует, нахуй. Ну, вообще похую на меня. К плечу подходим. Ловушка секунда. Проходим. Чума с ловушкой. Рукава. Падаем нахуй. Как он умер нахуй? Заебали, это блядь. Хуйня, я смотрел вам. Ты что-то нажал нахуй. Ну, блядь, он просто так не... Ну, это бред какой-то, блядь. Или у тебя... Я не знаю нахуй. Ну, ты смотрел, да не... Не может такого. Атака ближнего боя. Не вижу, что атака, блядь. Кстати, Хурюк, ну он почти постоянно, блядь, агро срывает. Так, блядь, дали шим ему. Еще больше стал, блядь. На войда напуливайте, а не на топу, на историю. На меня напульте по КД. Да, нормально будет. Все втроем на войда напуливайте. Ой, победа! Ну заливайте, коли стоите. Куда побежать? Маши, Маши. Марик, сальки, да. Бищи, сука. Нет лучших развлечений в жизни, чем, блядь, вайпнуться, когда он и на лече, блядь, и потом еще пойти Вальку спулить и полчаса. Разминочная. Блядь, разминочная, блядь.
Вторую сагришь. Блять, он реально пошел. Да, мифик. Да я ее не видел, блядь, на мне агро было. Можно просто? Ясно, нахуй, куда ты бежишь? Ясно, ясно, нахуй. Падайте, падайте, падайте. А хули падайте? Ну, сколько у вас там человек? Уже мало. Уже никого. Вызывает на лавке попытки снимает. Нас мифик убил. Ну. Все, кто сейчас лежат, это, вы упали? Бой кончился, нет? Души стоят. Ясно, нахуй. Ну, ГЦ хули. Полчаса привет, нахуй. Как все, дела, убегают, блядь? Убегают. Не, они исчезают. Исчезают. Пизда, блядь. Души исчезают. А я полчаса буду это стоять, ждать. Покидайте тело, кто сдох, нахуй. Заходите в инст. Блядь. Кто там наверху, нахуй? Не сдох, нахуй. Новое задание. Вот. Портуемся сюда. Не бежать нахуй на мост. Стоим здесь нахуй. Вот это кто? Эй, вставай. Не бежать на мост, сука. Стоим здесь. Слышно, нет? Сюда портуемся быстрее на второй этаж. Это зачистить их хочешь? Сука. Или? Конечно нахуй. Потому что, блядь, это даунство будет продолжаться нахуй. Ну заходим быстрее, сука. В пизду вас ждать нахуй. Да, им такая пизда. Первую притяжку я сейчас дам. Это же, блядь, ты чё, нахуй? Я с этим знаком не понаслышке, блядь. Тут нас ебалось. Нихуя, сейчас догоним, нахуй. Стоять. На портал мы... Портал никто не идет, нахуй. Где она, слева или справа? Давай. Сука, уёбки, нахуй. Вот то на портал пошёл, нахуй. Я вообще с вас хуею, нахуй. Весело вам, нахуй? Где Белфаст? Писал что-то, нет? Тоже давление. Очка. Ну давление, да, жопа давай. Уже деревянная. Ну вот да. Давай, не будем обобщать. У меня вот давление как раз и то, что ты сказал. Очка? Уже синдри давит, знаешь, продал. Заебал, ну надо это ведро с собой брать на рейд, нахуй. Пемперс, нахуй. Пемперс. Погнал. Кстати, ну, есть специальные прям для взрослых. Ведро для взрослых. Пизда. Кто там в рейде? Ведро. Есть это, ночное ведро с крышечкой. На игре ведро для взрослых. У меня ведра все под водой. Вот он, World Flex, нахуй, чилит, я его нашел, нахуй. Ого, все, ебать, попал, нахуй. Это сразу 300 хп и в рейд еще. А как в диск зайдет сразу, пидор, нидор. И еще сверху сотку. Давайте уже убьем босса, я хочу поиграть. Да как хули убьем, надо тело, блядь, взять. Вот, World где-то АФК. Алло, пишу. Ну, Седжу. Ну, где Седжу? У нас Седжу есть. Седжу. Есть WorldFlex. Давай, ну, вот он тут. Это, работаем, нахуй. Работай. Маленький. О, четвертый на пул, да ну нахуй, сейчас меня не сорвут походу. Кстати, да, хурюк сейчас хрен сорвет. Он сейчас постарается специально. Не, ну я, если ему он и так сорвет. Ну не знаю, вот, наебал он. Ставлю я рыбу. Стоял, манекен был. Манекен ебал? Да, именно так. Будь ты другим манекеном, ты бы трахнул другой манекен, нахуй. Каждый день ебал. А он бы трахнул. Иди отсюда, грязный маликен, наеб. Там походу синтек пишет что-то.